немножко. Все-таки моя ракетка быстрее стреляет. Ничего себе, я выиграл. Ребята, опять заморозка. 4000 урона. Сомнительный план, но я попробую. Опять заморозка. Вау. Вау. Ничего себе, у него расплескивает, смотрите. Ай, блин, перевернулась наша тачка. Ребят, всем привет, вы на канале Папа Фан Ва Машинки, это игра Кэтс. Продолжаем мы в нее играть, проходить чемпионат. Так, что я добился, короче, за эти два дня? Так, давайте посмотрим. Так, ну я перешел в... Так, на седьмой этап, ребят, где у нас уже здесь... Так, удачных защит, понятно. Где у нас здесь, смотрите. Сейчас на карту заглянем. Металлические детали у нас идут с пятого... С пятого уровня, так сказать. Ну, с пятого этапа, короче, у нас до... Девятый у нас идут металлические детали. Дальше идут у нас военные детали уже помощнее. Ну и так далее. Золотые, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, ребят, ну что? Шестой у нас этап пока. Так, 7 очков, да? Дорога Мурость у нас начинается заново. 5 дней длиться будет, если мы успеем с вами за 5 дней набрать 250 вот таких вот очочков. Ребят, мы доберемся до самого последнего топового сундучка. Ты за 150 очков здесь, смотрите, какая. Нет, похоже на Баджабон Шейкер. Детали корпуса Баджабон Шейкер тачка, по-моему, ребята. Ну, похоже, по крайней мере. Либо просто Бон Шейкер. Так, ладно, заглянем, посмотрим, кто нас там победил. Так, одну очку вернули. Вторую очку вернули, медальку. Ой. Без колес сидит. Так, третий. А, с гарпуном, понятно. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Нормально. У нас хпшки аж 739, ребят, хпшечки. Вот это да. Вот это вообще бешено. Ай, здесь я проиграю. Блин, к сожалению, немножко урона не хватило. Ой, здесь тоже проиграю. У него хпшки побольше, урон аж 400, у меня всего лишь 200. Ой, ну сейчас его должно прессануть боковые ролики, сейчас его прессанут вот эти вот какие-то пилы. Так, девятый бой, 6 побед пока. А, ребята, это конец, ё-моё, вы посмотрите, что произошло. К сожалению, перевернулся. 7-7 урона у него всего лишь был, но нас перевернуло. Всего 14 боев, 9-я победа и предпоследний бой, ребят. Ать, есть. Последний бой, ребят, 10 побед пока. Ну давай, малыш, есть, ребят. Ну, 11 побед. Давайте посмотрим, 5 медалек мы с вами возвращаем. 970 монеток, будем называть это так, возвращаем тоже. Так, сколько? 9 часов 40 минут остается до конца 7-го этапа. Если мы сохраним позиции в топе 6, топ 6 сохраняем. И, в принципе, мы перейдем с вами на 8-й этап. Так, ладно, с этим разобрались. Сколько, чё, как, когда, зачем награда дорога мужа? Что? Сейчас посмотрим, что там за награда. Что нам выпадет. Титан, жало. Колесо. Так, корпус. Не особо, ребят. Чё-то по ерунда полная нам выпала. О, колесико. Еще 4 вот таких вот у нас... значка, и мы с вами колесо Hot Wheels получим. Понятно. Слушайте, а давайте еще запустим Боброн чемпионат. Интересно, накинут нам эти очки еще, если мы с вами победим. В принципе, сейчас мы с вами побеждать будем тех же самых. Так, эта тачка у меня послабже. Она здесь вообще не прокатит. Так что берем вот эту, ребят, и продолжаем кошмарить по новой. Ё-моё! Ах ты ж какашка! Я Максу проиграл. Короче, я начинаю с самых сильных. О май гад. Ну, что ты будешь делать?
Так, в тот раз у нас сколько побед было? 11, по-моему, да? Так, седьмой бой, 3 победы пока. В принципе, столько и сейчас должно быть, потому что просто порядок игроков у нас изменился, ребят. На самом деле, те же самые. Против тех же самых мы с вами сейчас попадаемся. Но через какое-то время, если прошло какое-то время, возможно, были бы другие игроки, потому что здесь рейтинг меняется постоянно. Кто-то сразу вылетает в другой этап, проходит все 14 боев с победами и можно перейти в следующий этап сразу, мгновенно. Надеюсь, эти ребята и последние тоже должны затащить 11 побед. Да, ну, в принципе, то же самое, что и в тот раз у нас было. Так, ничего нам не дали. Ничего нам не дали, потому что игроки у нас не поменялись. Наверное, поэтому. Так, смотрите, еще у нас открылся режимчик. Другой режимчик у нас открылся. Так, 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 вот здесь, вот, смотрите, что у нас есть. Это уже режим посерьезнее. Так, как он называется, я что-то забыл. Короче, здесь можно воевать. Здесь детали намного круче, так сказать. Так, а что это у нас за режим? Чуть-чуть забыл, ребят, нас скинуло туда и все. Так. Бой в лиге. Бой в лиге, но, к сожалению, у нас билетиков нет. А то я, конечно, запустил один бой хотя бы. Но, ребят, не могу вам сейчас показать, что здесь творится. Но здесь, смотрите, хпшки 6000. Какой 6? Это у нас на тачке, на корпусе 6000 хп. В итоге 14000 хп, 3000 урончика. Еще есть такая вот пожарная машинка, по-моему, называется, ребят. Да, пожарная машина. Hot Wheels колесико спереди стоит у нас, смотрите, видите? Hot Wheels. Эксклюзивное колесо Hot Wheels. На этой тоже, кстати, Hot Wheels колесо 3000 хп добавляет. А это сколько? Это 2700, поменьше колесико. Так, по-моему, где-то еще там было. Нет, больше от Hot Wheels ничего у нас нету. Так, пожарная машина. В принципе, неплохая тоже. Неплохая, ребят. Так, но не могу пока запустить. Хотя подождите, сейчас, возможно, билетик подкинут. Потому что бесплатный спонсорский ящик. А там билетик по-любому должен быть один. Я все-таки, наверное, с вами запустим. Так. Пока что одна ерунда. Единственное, что там... Дрель неплохая была вроде. Вот, ребят, билет на бой в лиге. Хорошо. Смотрите, вот это что за деталь? Жало какое-то. Металлическое жало. Угу. Все-таки сейчас с вами запустим. Ладно, поехали, заглядываем. Давайте, бой в лиге. Один билетик у нас есть. Так, против него. У него 4000 урончика. Что он нам может сделать, ребят? В принципе... Этой тачкой он ничего не сделает. Я только боюсь, мы на него сейчас наскочим. Хотя не успеем наскочить, наверное. Давайте, ладно, оставляем эту тачку. Можно было поменять. Перевернулся. Перевернулся. Так, можно продолжить. Можно выйти, сохранив эти очки. Следующий противник. 2000 урона. Но никаких проблем с ним не должно быть. А давайте для разнообразия вот эту тоже против него поставим. Тоже калашмалка. Кто кого. Вообще я должен его быстрее ушатать, да, по идее. У нас все-таки двойной урон идет. Смотри, бэмс, 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 бэмс. Крошилка такая. Прикол. Вот это да. Так, 12600 хп. Что у него есть? Плевалка бомбочки плюет. И отталкивалка. Продолжаем, ребят. Против него, конечно, оставляем мы эту тачку. Дистанционная атака. Аж сейчас у нас отбросит обоих, причем. Так. Есть, есть. 30 очков пока есть, ребят. Можем отказаться. Ух ты, ё-моё, ребята. Блин. Я даже не знаю, что против него сделать. Наверное, отказаться придется, потому что... Потому что... Если мы к нему подъедем, он нас просто перевернет. Хотя, может, и не успеет перевернуть, всего 7000 хпшки у него. Хотя, нет, ребят, не успеет у нас перевернуть. Тем более, у нас еще и отталкивалка есть. Давайте сейчас. Да, не успел он нас перевернуть. Если бы у него колеса стояли, он бы подъехал быстрее и, возможно, бы нас просто перевернул. Хотя вот эти цеплялки, они на самом деле через себя как-то перекидывают. Зацепляют, как крюк работает.
Не как ковш, а крюк. Так, ребят, следующий противник. Ничего себе, у него колесик какое. От тележки какое-то железное колесо и пулемет стоит. Плюс замораживалка. Ёшкин да макарёшкин. Вот ему я могу проиграть, похоже, да? Он меня заморозит. Он меня заморозит, ребят. Я не знаю, какую тачку взять лучше. Наверное, тачку, у которой хпшки побольше. Блин, ну что-то мне подсказывает, что я немножко, но ему по урончику проиграю, потому что у нас и хп практически одинаково. У него, у меня на 6 хп всего лишь больше. Я же зря сюда залез. Ну ладно. Очки не сохраним, да и ладно, ребят. Немножко все-таки моя ракетка быстрее стреляет. Ничего себе, я выиграл. Ребята, опять заморозка. 4000 урона. Сомнительный план, но я попробую. Опять заморозка. Вау. Вау. Ничего себе, у него расплескивает, смотрите. Ай, блин, перевернулась наша тачка. Какого лешего она перевернулась, смотрите-ка. Мы потеряем 75 очков, но ничего страшного, сохраняем мы четвертую позицию, да и в принципе и на третью позицию мы не смогли бы дойти с вами. Так, награда 0, ваш рейтинг не изменился. Так. Давайте-ка мы с вами посмотрим, что у нас вообще тут творится. Ребята, эти участники продвинутся в следующий дивизион, так что... Нет смысла драть кристаллики. Остаемся с вами на четвертой позиции. И, в принципе, в топ-10 попадаем и должны перейти в другую лигу, ребят. Другую лигу. А что у нас там другая лига какая? Не знаю, какая-то метная, что ли. Непонятно. Так, ну что, ребят. Вот такой у нас сегодня был ознакомительный. Ну, показал я вам, чего я пока добился здесь. Особо-то и не играю, в принципе. Так, немножко. Ну, короче, за 2 дня. Особо без напряга, можно сказать, без напряга. Так, и у нас обычный бой за сундучки. Вау, он меня запилил. Обычный бой за сундучки, ребят. Сейчас быстрый бой нажимаем. У нас свободное место есть, в принципе, под сундук. Потому что сейчас я его хочу добить. Серия побед. Так, обычный сундук нам дали. Угу. Детали на кону, я там ставки делал. Что там у нас? Ага, вот сюда аж 3 булавы поставил. 3 булавы, давайте посмотрим, кто выиграл. Чувак слева или справа? Я предположил, что чувак слева у нас просто тупо перевернется. Ладно, сейчас проверим. Давайте, что отдать, давайте посмотрим. Вот это он ушатал просто. Вы проиграли. Ничего себе. Крючком притянул и бабах, все, нету нашего чувачка справа. Так, ладно. Ладно, в принципе, я детали поставил те, которые мне особо-то и не нужны. Ну, так, прокачать их немножко только поставил. Ну, так ничего не получилось. Так, давайте посмотрим, кто у нас выиграл, слева или справа. Я сделал ставку на чувачка слева. Подумал, что он успеет запилить. Запилить, думал, успеет. Не знаю, сейчас посмотрим. Проблема в том, что у этого поднималка есть. Я опять проиграл. Хотите в основном? Не хочу. Там шлак у нас стоял. Ну как шлак? Колесико. Металлическое колесико, так сказать. Так, что мы в итоге с вами? Немножко подбили, подразбили. А вот это колесо у нас там было, да? Ролик. Или он вообще разбился? Что-то я не понял. Сейчас посмотрим, где у нас атакующие штучки. Где у нас крутилочки. Ребята. А, они стали деревянными. Похоже, да? Вот эти были металлические, а стали циркулярка деревянные. Да? Я правильно понимаю? Или неправильно, или просто они на выброс ушли, ребят, они просто разбились. Смотрите, что это для проныра, 100% здоровья для проныра добавляется. А у нас что стоит? У нас катер. Mm-hmm.
У нас столько всяких плюшек. Если на валун 10% атаки добавляется. Слушай, нам бы что-нибудь продать и прокачать бы. Так, 375. Давайте-ка займемся прокачкой, что ли. Так, сейчас, что это такое? 37 урона всего лишь. Давайте-ка вливать. Правда, денег нам не хватит. Так, что-то вливаем, что-то продаем. Эти штуки продаем, допустим. Давайте их продаем. Это подороже? Нет, не подороже. Как? Почему? Так, давайте лишний корпус какие-нибудь сплавим. Раз. Здесь вообще монетки нужны. Так, 109 хп. Это старье, конечно. Новинка, новинка. 109 хп, новинка. Так, это все ерунда. Вот это что? 158 всего лишь. Нет, не катит. Новинка. 82 хпшки, ерунда. Давайте мы сейчас ее на точку пустим. Это что такое, 190 хп? Тоже ерунда. Вот так. Ну что, продолжаем прокачивать. Ой. Хотя бы сейчас. Давай. Плюс 7 атаки добавляется. 12 уровня. А что, сколько атаки там у нас? 12 уровня, 47 атаки всего лишь. А можно вытащить штучку атакующую, как ее, ящик с атакой, можно из нее вытащить. Ой, 6800 аж, ничего себе. 6800, так, вот эту пока. Да, хотим. Что у нас в итоге? 7 атаки добавилось, ребят. Немножко тачка стала мощнее, но это нам не поможет, ребят. Этот капулечек нам не поможет пройти. Ладно, попробуем запустить напоследок. Дай. Если бы через этого чудика наш проскакивал, не перескакивал, было бы все нормально, ребят. Дамага не хватает. Было бы дамага 300 урона, вообще было бы замечательно. Ну ладно, что, потихонечку будем прокачиваться. Так, гарпуном, что ли, меня притянул? Что у тебя за штучки там? Ух, какой быстрый. Пулеметчик. Пышки у тебя маловато. Ой, ребят, что такое? В принципе, остальные у нас должны быть повержены. Как я помню, у нас один с побед должно быть. Ага. Один с побед. Ничего мы не получили. Остается у нас все то же самое. Защита в чемпионате 68. Монеток получили. Угу. Ребят, ну что, короче, такой был выпуск. Я надеюсь, он вам понравился и ждете продолжения. Покажу я вам в следующий раз, чего еще добился, каких деталей, какие детали вывел, возможно. Не, ну, седьмой этап я должен перейти по-любому. Ой, седьмой, восьмой, ребят. Восьмой. Не-не-не, все-таки в седьмой, да? У нас на подходе седьмой этап. В седьмой этап все-таки я должен перейти. Остается там сколько по времени? 9,5 часов остается всего лишь. И в топе 6 сохраню свою позицию. И, в принципе, должен перейти на этап 7. Так что, ребята. Блин, чё туплю-то? Господи, ты, боже ты мой-то. Я вообще-то вроде как сейчас... Не понимаю. Короче, я 8 перехожу, похоже. Да, тут же все написано. Вот, смотрите. Вот, этап 7 заканчивается через 9 часов, 9,5 часов. Перейду я в 8 этап. Че я туплю-то? Ё-моё. Ладно, ребят, все на этом. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.